Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Проповедь о жажде духовной и утолении ее. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Господь говорит: «И я дам ему воду, и не будет жаждать вовек». Этими словами Спаситель обещает женщине-самарянке дать такую воду, которая утоляет жажду навсегда. Понятно, Спаситель здесь говорит не о телесной жажде, а о жажде духовной. Под водою разумеет не воду обыкновенную, которую мы пьем, а свое учение, которое может утолить жажду духовную. Как есть жажда у нашего тела, так и есть жажда у нашего духа. Вникните в жизнь общества, отдельных лиц, богатых и бедных, счастливых и несчастных. Все ищут довольства. Такого состояния, чтобы сказать себе: «Довольно, больше мне ничего и не нужно». Не найдут они этого довольства в том, в чем ищут. Хотя бы кто завладел и всем светом, хотя бы все блага мира были в его руках, хотя бы все роды удовольствий он испытал, ничем не удовлетворится. А сколько видим людей унылых и скучающих среди роскоши и обилия. Все это говорит, что люди ищут удовлетворение жажды духа не в том, в чем нужно искать, что дух нельзя насытить вещественным, вечное и безмерное нельзя насытить временным и тленным. Кто же может осчастливить, облаженствовать человека? Что может удовлетворить наш дух, дух жаждущий, чего-то в жизни ищущий? Может удовлетворить только Христос святым учением. Может назвать себя счастливейшим человеком тот, кто узнал это учение, усвоил его своим сердцем, кто построил жизнь свою по этому учению. Вот поистине вода, которую испивши, не захочешь ничего больше и доволен вполне. Спросите человека, который живет только для Бога, спросите о состоянии души его. Он скажет вам, что доволен своим состоянием. Ни богатство, ни почести, ни похвала людская услаждает его душу, а Бог, пребывающий в ней. Беден ли он? В трудах ли? Тяжелых суждено ему жить. Но это не отнимает у него счастья, которое носит в душе своей. Тихо, мирно, безропотно он несет эти труды, как назначенные Богом ему. Он трудится без зависти, без жадности, без ссоры. Все с молитвою на устах и в сердце. Покойно ложится он на убогую постель свою после этих трудов. С чистою совестью, с веселым лицем встает он снова для них, радуясь всегда Господи при всех своих лишениях и скорбях. И мир имеет много своих удовольствий, но они никогда не могут доставить человеку постоянного душевного мира. Чисто среди всех забав и удовольствий невольно вырываются у него часто вздохи души, жаждущие единого и вечного. «Ты, Господи, так создал наши души, — говорит святой Василий Великий, — что они ни в чем, кроме Тебя единого, не могут найти для себя упокоения. Настоящая наша жизнь в Боге. Отчуждение и удаление от Бога есть зло, самое тяжкое для человека, как для глаз лишение света». Христианские чтения, 1822 год, часть 13. Душа наша духовна, она ищет для себя и благ духовных. Она сотворена через божественное дыхание к Богу и ее стремление, как Создателю своему. Сотворена она по образу и подобию Божию, в первообразе, предел ей и средоточие. В нем одном может найти она свой покой, исполнение своих стремлений и желаний. Аще хочешь и человече обрести покой душе твоей, обретай его во едином Господе, так учит святитель Дмитрий Ростовский. Не имаше бо чим утешитеся в отцем всем плачевном веке, ничто же в нем постоянного и непреложного. Радость его смешана с скорбью, веселье с печалью, в мале радости утешения. Абе
внезапно печаль и рыдание. Последи же вся сия внезапная смерть пресекается и оканчивается. Того ради во Господе едином обретай покой душе твоей, яко Бог твой Отец щедрот есть, и Бог всяких утешений. Утешение Его присно утешает и во веки вечные, утешать будет утешением неизреченным. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.